только протокольная съемка и все остальное за закрытыми дверями. Это ваше пожелание, либо это чего-то? Значит, это первое установочное совещание. Мы пока не видим предложения от муниципалитета. Сегодня ровно такая же история. Мы вполне прошли на этап, когда уже достигли конкретных предложений, конкретных мероприятий, конкретных сроков, кто когда сформирует. Если интересно послушать установочное в Ачинске, я думаю, что коллеги смогут зайти. Но тут не то, что и скрывать нечего. У нас были коллеги, которые записывали все это совещание на камеру. А пока похвастаться нечем. А мы находимся на начальном этапе формирования комплексных планов. Когда будешь что взвешивать, будешь что оценивать, какое мероприятие, какой принесет экологический эффект и какой, собственно, экономический эффект нужно будет иметь в виду, откуда деньги взять для финансирования этого самого мероприятия, тогда, наверное, будет интересно. Но, тем не менее, вы открыты. Я правильно понимаю? Я вышел к вам в любые вопросы.